О новых технологиях сегодня шла речь и на заседании правительства. Кабинет министров обсудил меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Дмитрий Медведев заявил, на развитие этого сектора экономики будет направлено 30 миллиардов рублей. Еще один пункт повестки дня – повышение доступности страховых услуг. Премьер-министр считает, заключать договоры в этой сфере можно в электронном виде. Теперь по ним будет предусмотрен упрощенный порядок удаленного заключения договора страхования в виде электронного документа, что, конечно, должно снизить временные издержки тех, кто хотел застраховаться. Достаточно просто выбрать на сайте услугу, ознакомиться с правилами, тарифом и заключить договор в электронной форме. Ну и вторая инициатива позволяет снизить административную нагрузку на страховые медицинские организации.